Может быть, что в Новый год. Раз пошли на дело, я и Рабинович. Рабинович выпить захотел. А чего не выпить старому еврею, если у него нет срочных дел? А там все, там уж нет текста. Только что знаю, что когда-то слышу, появится. А позже, Галик, мы с тобой, ты помнишь это? Вчера. Как сейчас помню. Чем сейчас быть хорошего? Чем спеть вообще? Что, что? Ну, веселого, долго. Как всегда, блин, чего ж. Извините, как бы вставочка просто была. Дождь и ветер, и кровоточит раны, а песни группы Корни отстой такой поганый. Но даже этот фуфел спасает без сомнения. Сплиновская крутая манера исполнения, а я теряю корни. Тем, кому не клёво, воспользуйтесь манерой Б. Гребенщикова. А где спел Паха? Я прошу вас удалиться, Паха. Ладно, сядь, Паха. Выпей с нами. Да. Точно, ну, конечно, ну, а. А Ритку мы вышли, конечно, на Ишаках. С Дедом Морозом. Как? Ну, у меня Паха жаль тогда. Сын приехал, конечно, на Ишаке, по-моему. Чего ты думаешь? А потом Ишак на Паше. То Паша на Ишаке, то и шаг на Паша, а то из двух, знаешь. Паша на себе тащит Ишака, а бед в гору, блин. Это довольно... Кто, Паха, что ли? О, а что вы тут делаете? Ну нихуя, чего тут мыши делают? За конкретных пацанов. Там-там. Не послать ли нам гонца? Внимание, вопрос, выезжай в телевизор. Вся наша жизнь. Не сама никогда. Ну что за батя тупо? Фила не хватает, чтобы. Фил бьет, наверное. Говоря, как будет, ну что, где-нибудь 5, так будем, знаешь, короче, выдавать, чтобы все начинается. Дорогой мой Александр Николаевич. А как папу меня зовут? Анатолий. Не, не помню, как меня очень.
Дорогой Александр Анатольевич, пишу вам с далекого Братска. Нет, с далекого, знаешь, далеко-далеко нахожусь от вас, короче. На Радищево. Да, на Радищево. А помните, как мы с вами, там сейчас, сам день, уже в конце. Я жду вас в гости, да, уже выпивка сейчас кончится. Выслал, короче, Ваську, ну как не можно славиться, короче. Тебе письмо, придурок. Я мало не был, не застрелял. Сидим на остановке, когда я помню, у Тёмы стоит этот мейл, тебе письмо, придурок. Я стоял, я такой, смотрю, они на это. Мы на остановке сидели, а ты с Филом, по-моему, сидели на этом, на Филовском доме. Я такой сижу, че по приколу, с пар с тобой сидели. Тебе письмо, придурок, и Тёме отправляю. Тёма, я открываю. Я не слышу, как всегда, мне, ну, как бы где-то там, мне хочется, как бы, ну, из кармана. Тебе письмо, придурок, открываю там. То же самое абсолютно, тебе письмо, придурок. Ну, козёл! Слышал, тут где-то вдалека. С остановки ржачь такой шли. Пиздец. Ой, хорошо так. Может, включим какую-нибудь музычку хотя бы? А то я пока... Давай. Ой. Сделай музычку. Сейчас. Я придачу Олю просим. Кошку запьёт. Ну, просто просил. Кусочек накопи. Сейчас поставимся, Джеймс Хэтч поет, смотри. Мой бодяня был хронический алкаш, но припадки на него напала боль. И вот он. Не слышала вас, не сыразява, у меня есть ява. И ставить Джеймс Хэтфилда, да? Такой в обрезанных шмотках дуракой. И там оно. Скорый поезд до дома, где пошло, давай расскажем. Что, кстати, песня? Хоть не снимай. Слушай, потому что я такой... Она недавно вышла. А, недавно вышла? Недавно по нашему радио начали. А чё? У меня есть. Чувак, ну ты стал жизни. Я не знаю, у меня есть. Диез. Какой диез? Ну, не знаю, о том, что сейчас в феврале. Не, сейчас не помню. Из последнего альбома. Не знаю. Не умею. Не умею. Давай это. Два ангела. Какую? Пять диез. Конечно, да, девчонки. Да, чуть-чуть. Ощути настоящее. Но я не маленький, чтобы бегать, но по грифу, говорит, бегать. Курить пойдемте. Мы уже курили. А ты все пропустила. А ты же не куришь? Она курит. Сделайте умные
лица. То, как Гарик держит умное лицо весь вечер. Я думаю, это типа Стивидор. Мать, что? Не попонять, а мать. Нет, очки еще, как раз, главное. Мать, не попонять. Ладно, все. Училище научился. Это попороть, ну вот нас. Сможешь сыграть что-нибудь? Ну вот сейчас из училища что-нибудь такое прям, что вот. Как сейчас дети сыграют? Скажи такое. На гитаре. Ходишь, да? Только без смеха, да? Я сейчас буду ржать такой снять, смотри. Я сразу помню, короче, но из операции «ы». А смог он золото можешь? Нет. Тут неожиданно. Лично, как бы, это, соло, ставочка своя, собственно. Думаешь, что это фильм песню, что ли? Снимать, я так смотрю, вот это так, я не знаю. Я всех снимаю. Я Тёма тоже снимаю. Кого ты там снимаешь? Кого ты там снимаешь? Давайте Оля тоже снимем. Что за пошлые мысли? Сняли тебя, сняли. Меня тоже сняли, Гарика сняли, Олю сняли. А Олю не сняли, да? Олю сняли, а Олю не сняли. А можно меня снять? Держи. За сколько? Я веду репортаж с праздного Нового года. Не-не, со взрыва привзавода, давай. Переверни, не со взрыва. Переверни, давай, ну. Макаронная фабрика. Ты дурак, потом, все. Гарик, дай бутылку водки постою. Это плохая примета, ты пустую бутылку водки. Мне вести репортаж, это плохая примета. Смоки показывай. Чем-нибудь другого покажите. Уйти, Вася. Джаз. И пошли как танцевали. Отпиздили, говорит, тебя жестоко. Забрали телефон, говорит, паспорт, все такое. Потом ты смотришь, что это было, конечно, это маме, наверное, был твой, конечно, наверное. А был маме твоей, наверное, паспорт, не, ну, телефон был маме. А это твое дома. И настроение твое улучшилось. Ну, говоришь, конец, говорит. Тупняк вообще такой. Да хватит меня снимать, у меня уже язык устал показывать. Что у тебя там язык устал? Тебе другое покажи. Вася, ну а покажи свой. Он все. Тут, ну, как бы хобот, как будто, смотри. Она его гладит. Кто еще? Кто? Настроение твое улучшилось. Где Пашечка? Марго везет на ишаках. На ишаках? Нет. Давай, залет мне. Пошли. Давай, залет мне. Давай, давай! Валеру запрыгнул. А где? А, кстати, что такое? Он где? Он дома. А что он дома? Ждет, делает? Пока за ним заедет Паша Валера. С Маргой. Тут ты, конечно, не Паша.
Ну-то долго ехать. Ну-то Валера вообще. Ну ты Алёша, да. Ты сам, тут иди, конечно, долго ебать в рот. Гитару. У нас Алпатов постоянно прикалывается, что говорит, и Вася. Я мучаюсь за всё. Просто валит свой. Я боюсь. Ой. Мама, всё, нет. За что ты так решил? Видал? Ну, уже видал, ага. Кто будет есть, Надя говорит. Я не хочу. Зря ты, Вася, даже не пробовал. Не хочу. Ну вот, тебе же намотали. Кого-то сняли, кого-то намотали уже. Кнот, смотри. У меня сестра, прикинь, взяла, сняла плакат Слепкнота. Помнишь, у меня висел длинный оранжевый? Сняла, порвала его. Знаешь, что рассказать? Анекдот. Анекдот. Не, я лучше помолчу. Нам сказали, что ты очень хороший, мы не видим. Да, кто сказал? Надо так сказать. Ну, может, чуть попозже. Зря да это сказал. Мне пиздец. Нет, надо то, еще ему надо. Он должен быть сказать, что он, наоборот, тихий и спокойный. Да? Нет, это Коника с цветами. Да! Боже! Да? Значит, это просто состояло слово. Умница! Блин, я тоже говорю, Тоники, вот эти два цвета не могу разобрать. Я тоже знаю. Даже такая, там вообще ничего. Ёбан. Гарик, осторожно. Сосредоточься. Взорвётся. Ой, ёба! Сейчас... Всё, а, водку спиздили, знаешь? Гарик ушел в себя. Ой, нихуя. А вы где-то глотку взяли? Тут ее еще пить и пить. Ночь длинная, что-то, Гарик. 19-й год. 12-й. Ты не помнишь? Насколько я помню, 18-й. Да мне тоже. А вы скинь, кстати, эту карту, все, ну да. Нет. Бежите, кто не горят огни. Что ты, блядь, впарился, ебаный вот так? Успокойся, тут вообще никого не будет. Успокойся. Мозги сейчас начнешь ебать. Так, конкурс, кто задует гирлянду? А? Кто задует гирлянду? Вася, ты можешь, я знаю, я уже видела это. Ну так, средненько. Третья попытка. Ну почти. Молодец. Гарик? Надо резко. Резко. И все. Резко, говорю так. А я покажу. Подожди. Валер. Сильно. Подожди, стоп. Оп, ёба! Дай я хочу куртку надеть. Слишком крупно. Мне нравится дымчатся. Я помню, битые ебал. Хорошо на картине, блядь. Паха, а ты вернешься? Не знаю, но я завтра ты точно вернусь. Тан-тан-тан-тан, знаешь. Ты же похвастаешься. Паха. Я буду тебя знать. Через час, блядь. Сейчас. Да, не помню. А, ну стой сейчас, друг, стой сейчас. Ну, а просто. Сотка. Сколько? Сотка. Ну, заебись, конечно. Ну, сегодня ты, блядь, тебе не забудь это сейчас. Мне кажется, сотка. Она травка сломала.
Вам какую? Надо еще половую тряпку. А там как бы не выключается? Нет. Есть. Все. Свет выключается? А вот и все. По-другому. Наоборот. Thank you.
Саша приехал, ну, чисто всю зиму машины не было. Бампер. Мы туда ехали, у него опа, опа, задний ход. Сейчас я только с одним двигателем. Который Том Сойер или... Да, да, бампер отломал. Ну, прикольно. Задний ход, нет. Обычно сон пугает. А? Как обычно сон пугает. Который не серьезно вспоминает. Ну, он, кстати, вообще не то, что думает, говорит. Ну, по крайней мере, он об этом все время говорит. Он не пишет, ну, ходи почаще, что тебе так интересно, он сейчас такой интересный человек. Ничего мне не интересно. Ну, там такой час. Ой, парчерный тебя, да, там это спрашивал. Про черный цвет. Да, он мне обещал рассказать про черный цвет, потом как расположить себе людей, чтобы они ко мне тянулись. Я именно сама. На самом деле он вообще одинокий человек. Ну не знаю, у меня общения там чисто можно. Ну, общаюсь, общаюсь и все. Чисто чат там больше. Давай-ка мы наливаем. Да, наверное. Алька, ну а ты звонишь? Ну, я забыла кое-что. Я записала и забыла. Я пытался не сказать, что не слышал. А, слушайте, можно. Тёма, ты говорил плохая примета. Ты говорил плохая примета. Тёма, а ты мне хотел скачать группу, ты так и не скачал? Я забыл, как он называется. Как называется, короче? СБПЧ. Самое большое простое число. Ну, друзья, я не добавляю больше. 14 песен, да? Там только две песни еще без контроля, остальные сейчас едут. А, сейчас забыл, что ли? Да. Кому скинуть? Валера, ну ты просто такие вещи говоришь, что мы найдем все. 89. Ну, уже лучше тебе. Давай. Про что они? Я бы не сделала, что ли? Кто? Я. Как клево. Я вообще не исправляю, все. Как всегда, я. Как его? А? Проходит? Да. Проходит, вова. Паха пишет, на елке не дыши, не погода, наверное. Не дыши, погода. Какой Паха? Долго есть в энергетике и здесь. Поэтому я не знаю, какой папа. Павел. Мой. Да. Первый раз мне не понравилось. Я первый раз был разочарован. Твой мой записан как Павел. Брик у меня записан как Паша. Надо еще Пашу записать. Потому что фамилия длинная, да? Надо еще Пашу записать. Мне 33, тебе всего 16. Дай себе, дай. Ты кейфест? Да, да. Или папа? Ну что там? Балуйтесь? Вот я вас поснимаю. Это будет пакость. Если тупо не отвечу. Да, все, великопасть. Так. Что за дела? Где? Тупо не отвечу. Зачем? Такой, типа, это, философский, многозначительный ответ, приехали, такой, думаю, тупо, молчаливый, типа, уехали. Задумался о чем-то. Я же хотел пароварку испытать. Я перепутал позы, но ты хотел с позой. Может, мы тут вообще слегка? Я твой горки. Че, нас не переглушат? Отлично. Мы пришли с таким настроем, чтобы создать просто великолепный праздник для друзей. Все.
потерял я интерес. Somebody. Все для вас, друзья. Че за че пьем? За Новый год? Давайте за Новый год. 2010 раз, нет, кто помнит, мальчишки. Да, есть там такая одна фотка у меня. Не очень приятная. В бане. Мир наш. Мир брат. Друзья. Валера, ну вы чё, ёлки-палки? Возьмите кто-нибудь гитару. Стесняюсь. Гарик. Там ближе всего сидит в двери. У Гарика уже улыбка с лица не сходит. Гарик, давай, да? Гарик, а вот давай вовсу. Это был... И бля. Не помню, как зовут, по-моему, Серега, но фамилия точно Струков. Вот. Вот это реально музыкант. Пацан, дай башу-то вообще. А мы? А мы, блядь, можем только АВМ, нахуй все. Сколько там пацану лет, блядь, но ебашь. 13. Вообще заебись. Я ебал-то свои поебенью. Нейлоновый струн, такая хуйня вообще. Давай песню играть. Песню? А не с песней, не песню. А слова знаете? Ну так себе. Да получится шняга. Ура, выебать. Вылишь вообще. Блять, был бы сейчас Паша, мы бы спели нахуй с ним. Сови мати и
заебал. Да как сая ты, Маша, блядь. И останусь дерьмовой суперзвездой. Короче, вообще ты... Круто, настрой гитару и дай мне... Ну дай в ноту, блядь, хотя бы, а хоть в одну, да-да? А может мы сначала хотя бы гитару настроим? Вася... А, ну это Вася дёргает. Первую Вася. Ой, погоди, я слышу. Ты? У нас три гитары. И ты собрался уезжать. Алкоголик из Москвы смотрит. Иди сюда, Гонзалес. Сали. Иди сюда, Гонзалес, я в секу. Че, чувак, с Новым годом. Сука, я рад тебя видеть. Иди, счастье. Опять он будет. Полные штаны. Павел, здравствуйте. Паша, он собирается уходить, представляешь? Вот он. А чего? Сидели, гуляли. Ну, курящий, видимо, сразу видно. В смысле, вот как? Вот так? Ну, в смысле, да, сплющит. Супер. Дай мне минор. Да она просто боком дуется. Да ладно. Просто дуешь криво. Ладно, тихо. Все, заебись. Давай тебе минор. Вообще нет, что ли? Ну, почти. Let me rest in peace. Очень велика, но и она и до конца. Обожаю Костю Марика. Давайте уже что-нибудь такое. Молодца, вас тут вспомнили. А вы знаете, какие? Четыре. Потолстел. Четыре. Стопэ. Таки-т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 аки-
красавцы! Да. На, что вам тут разбирать? Вам что, популярно или как? Что-нибудь веселое. Я, как видите, что-нибудь, что хищник. Что не овощ. Если вы знаете слова этой песни, я подпою. Дайте нам текст, будем петь. Тала. Давайте, знаете, что я сейчас пою такое. Нет, подождите. Начнем с того, сейчас меня эта песня задрала вообще. Меня задрали с ней все. Кто? Кошка. А, начну с того, что... Я вообще на чек-гитаре играю, на сайме. Сечь полная. Короче, песня, которую меня просто задрали все. Вот честно, вот... А я хочу ночных снайперов. Кто-нибудь знает? Нет. Серег. Если мы вместе вспомним, то я спою с вами рубеж. А что начинается рубеж? Что-то рубеж. Про февраль, что-то про февраль. Рубеж это серьезно. Это, очень... это серьезно, да, это я очень согласна с тобой. Это просто очень издалека, я бы так сказал. Я бы очень хотела с вами спеть, если бы вы вспомнили вместе со мной. Ой,
опять эта проблема. Как что начинает? С аккорда для минора. Нет, подождите. Для минора вопросов нет. Я хочу с ночных снайперов. Идем. Цыпленка на цепочке, котеночка в мешке. Но все будет не это, и все будут не те. Мой муж хороший дядя, с усами до ушей. А видение читает для местных алкашей. И все бомжи рыдают, и плачет весь народ. А он не наливает и выпить не дает. Уважаем, а ты желанна. Я думал, ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жан. Да я сижу дома, в троне, не побью.